Ну що ж, доброго ранку, друзі. Ми знову повертаємося до вас і традиційно не самі, а вже з гостем. Анатолій Нурієв, футболіст, в нас в студії. Будемо говорити з ним сьогодні про розвиток футболу, зокрема про його футбольну кар'єру. Доброго ранку. Доброго. Як у вас настрій? Отлічний. Ви прийшли до нас, це дійсно не може свідчити про поганий. Це вже добре. Однозначно. Ну, у нас, знаєте, сьогодні такий спортивний раночок і у продовження ми от уже спілкуємося з вами. Розкажіть нам, будь ласка, от скільки ви вже займаєтеся футболом? І з чого все починалося? Займаюся футболом я 15 лет. Ох! Ну, уже 16, по суті. В 6 лет мой друг во дворе пошел на футбол первый раз. Соколята такая детская школа. В Черемушках находится. Там Емельян Михайлович тренер. И как-то рассказал мне об этом. Ну, и я попросил родителей, чтобы они меня повели. Ну, вот повели, и после этого был такой нюанс, что мог закончить с футболом, то есть я ушел оттуда и сказал, что больше не хочу играть, но потом папа меня еще раз привел на футбол и дальше начал заниматься. А что зазвичай впливає на такі рішення? От, чи травми, чи, можливо, десь психологічне неналаштування? Где-то ребенок, я где-то в 11 лет пошел, ну, ушел. И ты еще ничего не понимаешь, что делаешь. Депрессия, там, да, ну там что-то тебе не понравилось, там кто-то этот, и все, и ушел, отказался. Ну, говорю, папа сказал, еще раз идешь, если еще раз уходишь, то больше тебя не верну на футбол. Ну, и... А чи були от все ж таки такі думки знову кинути футбол, але ти їх не озвучував? Вот тоже, когда травмы, ты травмирован, у тебя депрессия какая-то такая минимальная, расстроен, то задумывайся о том, что можешь схватить, ну, можешь что-то другое найти, но потом себя как-то перебариваешь и начинаешь дальше как-то выздоравливаешь и уже продолжаешь играть. От на рахунок травматизму трошечки хотіла поговорити. Ну, один з найтравматичніших видів спорту – футбол. І наскільки важко взагалі морально від них відходити? Ну, так как я достаточно травматичный футболист до этого возраста был, у меня было две серьезные травмы. Это три компрессивных перелома позвоночника и надрыв задней хрестообразной связки на колене. То когда длительный период времени ты находишься вот в такой, ну, в таком положении, то очень сложно. Но на самом деле ты встаешь в тех местах намного сильнее, где ты получил травму. И я на себе это, ну, почувствовал, если ты занимаешься над собой, то на самом деле эти места у тебя как бы становятся самыми сильными в твоем организме. То есть вот так. От знаю точно, що до якогось певного віку батьки наполягають на тому, щоб ви займалися спортом. І от коли починаються травми, батьки вже починають відмовляти. Чи було у вас таке? Ні, чесно, у мене наоборот. Ну, як? Говорю, папа когда-то говорил мне, если там до 18 не заиграешь в футбол где-то, то можешь давать на работу, найдешь. Но так он мне 19-20, но и потом перестал говорить. Я говорил папе всегда, что что-то у меня получится. И как бы вообще в основном меня родители поддерживали. На самом деле вот период травмы родители всегда поддерживали. И поэтому, возможно, и сейчас как бы... Тоже мне нравится то, что и они, и то же самое, и друзья, то есть все поддерживают, и это очень хорошо. От наскільки саме от підтримка, вона є головною, от в таких ситуаціях, як ти казав, це травма і так далі, під час якихось ігор, змагань, наскільки взагалі для тебе це важливо? Ну, ігри, соревнования, там уже настрой сам себе, то есть то, что тебе говорят, там, ну, давай, молодец, ну, да, это приятно, но ты сам себя настраиваешь уже, как бы, и не настолько это, ну, важно, но не так сильно. От ще хотіла запитати за той період, от все ж таки, коли травми, як себе розрадити, як відійти від того всього? Ну, зазвичай, коли поганий настрій, я знаю, ти йдеш бігати. От в мене брат футболіст, поганий настрій, він бігає. Хороший настрій, він бігає. Що робити, от коли не можна займатися? Ну, і чи змінюється взагалі? Зараз можу грубо сказати. Ну, для цього є, в принципі, дівчатки, тобто, пообщатися. Как-то отвлечься, то же самое книжки, ну, тоже, ну, немаловажно. Вперше дівчат, ну, ставлять на рівні з книгами. Ти відчув, ти відчув. Ну, насправді це дуже-дуже позитивно. Я вражаю.
вражена. Якщо це і справді так, то вау. Добре, давайте розкажемо трошечки. Ви нам розкажете про змагання, у яких брали участь. Можливо, от щось останнім часом таке було. І як ви до них готуєтесь? Ну, взагалі, ну, останнім часом змагання тільки от що... Ну, это я играл там полгодика в «Стали», в премьер-лиге Украины, вот это соревнование, а так, ну, сейчас играю за «Минаю», тоже вторая лига, но это не какие-то соревнования, то есть турнир, ну, турнир, но это чемпионат, идет круглый год, а так были в детстве в основном какие-то соревнования, и то, что я помню, я с «Соколятами» занял первое место в Венгрии, в «Ноть Добрыши», там турнир был, и мы выиграли, ну, от всех. Это был футзал. И вот это вот, что я помню. Ну, так мы ездили в Словакию, там, в Фрагария Кап с командой Иполанок и Соколята. В принципе, ну, еще был в Польше, в многих так вот ближайших странах, а так больше ні. Я попрошу наших режисерів показати фотосвітлини, які ми маємо з Ігор, і ви, Анатолій, нам покоментуєте. Ось, это я играл сейчас вот на область за среднее, с Минаем. У нас была там борьба, мы заняли второе место, а не первое, но это был важный матч для нас очень. Угу. Мы проиграли 2-1, кстати. Ну, это тот же самый матч. Ну, это я в прошлом году, когда за «Сталь» играл, то мы играли с U21 «Шахтером». И сыграли в ничью 3-3. Это ответный матч второй, ну это незабываемый, кстати, матч для меня. Чем запомнился? Тут такая была, ну, интересный сюжетик этого матча. Мы проигрывали им 2-0, потом в первом тайме вот 2-1, и во втором тайме они опять забили нам, но мы сыграли 3-3, и ну, очень такой и эмоциональный матч, и ну, насыщенный, очень интересный. Это мой дебют в «Стали» в премьер-лиге. Самый первый матч против Александрии. Да, вот. Тоже хороший матч. А это я когда-то тренировал детей. Угу. Ты занимался тут тренерской, да, карьерой? Да, 2 года назад тренировал Мукачева, 2001 год. И вот это мои детки. Как тебе взагалі работа с детьми? Чому ты не занимаешься далі? Що ти змусило залишити? Она очень истощает. То есть ты эмоционально настолько, как бы... Вот я и пробовал и тренировать детей, и тренироваться сам, но это очень тяжело, потому что ты сам потренируешься, ты уже чуть как бы физически подустал, а ты идешь туда, а ты еще и морально устаешь, потому что то объясняешь, что подсказываешь, и это тебя очень сильно истощает. От щойно ви згадали про поєдинок, де протягом матчу програвали, але все ж таки потім зрівняли. Якщо десь нашу збірну гру українських клубів також десь характеризувати, то от дуже важко потім психологічно себе налаштувати або утримати принаймні десь рівновагу на останніх хвилинах матчу. Як себе психологічно налаштовують футболісти? Ну і от конкретно ви, як вибігати ці 90-95 хвилин? Ну, знаете, есть такое выражение, что футбол начинается только после 70-й минуты. Потому что все подустали уже. И только тогда уже начинают показывать, кто нормально готов, кто физически слабый. Но вот налаштуватый, я в принципе нападающий. И как бы, ну, я должен все 90 минут стараться как бы забить гол. Но какой-то настрой, если я чувствую, что я физически готов, то мне, ну, ничего не надо, настрой никакой. То я буду бегать, стараться и вот как-то так. Зокрема, про перемоги і поразки. Хочу запитати, от, взагалі, наскільки перемога вона є важливою? І, зокрема, чи поразка, не опускаються руки після неї? Ну, от на даний момент, допустим, я так візьму просто пример. Ми зараз граємо в другій лізі, команда «Минай». І от ми виігрували. Там було 3 матчі, ну, що ми виграли. И потом проиграли. Ну, на самом деле, как бы, становится плохое настроение, все ухудшается, но где-то ты делаешь свои выводы. То есть, наоборот, ты становишься где-то сильнее, потому что понимаешь, что
вот даже разбираешь игру, и где-то ты не добежал, где-то ты что-то не смог сделать, и ты делаешь свои выводы. Если ты делаешь правильные выводы, то со временем у тебя начнутся только победы. Чому ви обрали саме цей футбольний клуб, за який наразі граєте? Ну, після Сталі у мене було одне пропозиція в Азербайджан. Ну, так як це далеко на самом деле, і я не дуже хотів туди їхати. Ну, на самом деле, ну зачем мені їхати зараз в Азербайджан куди-то, якщо я тут вдома і около родителей, і в принципі уровень футболу. Что там, ну, может, там где-то чуть сильнее, но я даже не попробовал. Давайте начнем с этого. Но вот сюда приехал. Да, я тут, как пока не пошел в Умана, я пробовал ездить в Испанию еще. Там должен был быть просмотр, вот так вот. Но чуть-чуть меня так вот опрокинули, можно сказать, и поэтому не получилось. От, взагалі, звідки ви дізнаєтеся про от такі заходи, де можна, щоб вас подивилися, підібрали для команди певної? Есть агенты. То есть это люди, которые, если тебя заметили, то могут к тебе обратиться и сказать, ты можешь поехать вот туда, это туда на просмотр, и там или тебя возьмут, или посмотрят. Есть знакомые люди тоже в Закарпатье, много таких людей, которые где-то на Украине, есть где-то в Венгрии, но тут ближе к Венгрии, в Словакию могут куда-то. Ты звонишь, спрашиваешь, или тебе звонят, если тебя увидели, спрашивают, не хочешь попробовать? Ну, как-то тут вот так узнают. Скажите, пожалуйста, а як взагалі налаштуватися футболісту? Ми знаємо, що, от, принаймні, я це чула, я не експерт, що в кожній країні якийсь свій футбол, якась риса йому притаманніша. Там, наприклад, англійський, він якийсь такий пожорстче, італійський – лайтовіший. Тобто, от, на прикладі, колись Шевченко грав в Мілані, потім перейшов у Челсі і не пішла йому гра. Тому, не заіграв. Що, так, трішки щось інакше було. От, як ви вибираєте собі, тобто, ви себе бачите у тій чи іншій команді, от ви знаєте, що ви можете запропонувати, чи все ж таки це вже вирішує агент ваш? Ну, скоріше всього, це агент вирішує. Не, ну я себе бачу взагалі в Англії. Манчестері? Я пожорстче, да. Тоді зрозуміло. Також от, цікавить мене про розвиток футболу на Закарпатті. Взагалі, як вважаєш, на якому він рівні? Чи достатньо у нас от, шкіл? Чи достатньо у нас охочих людей, які б займалися, які б тренувалися, навчали чогось юнаків? Ну, можливо, свого власного прикладу розкажеш. Ну, в цілом, як би, школ, кажеться, і немного на Закарпатті, на самом деле. Просто сейчас с футболом очень мало людей и вкладывать деньги, мало людей хотят в футбол, потому что и ситуация такая в стране, и уже не так было, как раньше. То есть в целом, как было говорило, когда тут в Закарпатье, то Грозный говорил, что на Закарпатье нету футболистов. Это тренер главный говорил, и говорил, что нету на Закарпатье футболистов, потому что много их надо учить. Это на самом деле есть так. Я на своем примере, когда я пришел в эту команду, в Сталь, то я очень многому именно такого простого, детско-юношеская школа, открывание, там, правильное размещение на поле. То есть я этого всего не знал, ну, и это где-то минус. И также детки, которые сейчас есть вообще в Закарпатье, то тоже большинство этого не знает. И тактически мы не готовы все. То есть это большой минус, но, говорю, я думаю, что тренировать должны когда-то бывшие футболисты. То есть люди, которые поиграли в футбол. Нет, у нас есть хорошие тренера, конечно, но я считаю, что люди, которые, вот, например, там Слюсарь Валентин Васильевич, он меня тренировал в Говерле, и на самом деле тактически он где-то мне что-то дал такое хорошее, то есть правильное. И многие футболисты, которые нормально мыслят, то есть есть разные футболисты. Ну, знаєте, хочеться навести приклад Жозе Моуріньо. Він не був видатним футболістом, але тренер він набагато краще. Він вам щось не подобається, я зрозуміла, з вашої реакції. Просто Манчестер Юнайтед – моя любима команда, але як зараз грає Манчестер Юнайтед, то мені взагалі не подобається, як тренує Моуріньо. Переставлю бета. Банальне запитання, але на кого орієнтуєшся у сучасному футболі? Ну, говорю, у мене такого куміра. Добре, Роналду чи Мессі? Мені подобається.
Конечно, не один Жоден? Виктор. Ну, Месси мне как бы больше симпатизирует, потому что он не падает. Ну, говорю, нам чересчур женское поведение, и мне это не нравится. А так, мне нравится, ну, как играет Руни, знаете, такого футболиста. Да, Вейн, он самый. Да, мне нравится, как он играет. Ну, как бы кумира такого нету в целом. А с дитячих руки, может, вам было? Ну, говорю, у меня был когда-то Роналдиньо, это два моих кумира. Роналдиньо нравилось, как играет, а это просто, чтобы не такой, как все быть. Ну, как бы вот так вот. Потому что все тогда, вот, Роналдо, Месси, а как бы не такой, как все, то никто не знает. А приятно. Дякуємо вам за розмову. Наостанок побажання для глядачів. Займайтесь спортом, наверное, і читайте книжки. Ось так ми завершуємо нашу розмову. Дякуємо вам. Нагадаю нашим глядачам, в нас в гостях сьогодні був Анатолій Нурієв, футболіст. Прощаємося із ним, але не прощаємося із вами. Буквально за декілька хвилин знову в цій студії в нас нові гості, тож обов'язково дочекайтесь.